Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про пагоду японскую. Пагода японская – это экзотическое листяное растение, по внешнему виду чем-то напоминает нашу акацию. Во взрослом возрасте достигает 15-20 метров в высоту. Растение морозоустойчивое, не создает густой тени и любит солнце. Пагода цветет в августе-сентябре. Цветки желтовато или зеленовато-белые, ароматные, 10-15 мм в длину. Корневая система пагоды поверхностная, широкая. К почве нетребовательна. Предпочитает суглинистые и супесчаные почвы, переносит некоторое засоление. Очень засухоустойчиво. Растение светолюбиво и морозостойко, переносит морозы до минус 28 градусов по Цельсию. Растение необходимо высаживать на местах, защищенных от зимних ветров. Это красивое декоративное дерево чаще всего сажают на газоне.